Всем здравия! У нас небольшое объявление для жителей Республики Коми. Даже больше не объявление, а обращение с просьбой о помощи. У нашего друга украли мотор. Вот по типу такого. Только Сиа Про. 9,8 сил или 9,9. На этом моторе на крышке человек сделал отметину в виде крестика. Примерно 10 на 10 сантиметров на крышке мотора. Вот. И отсутствует у него наклеечка. Ну, с ВИН-кодом и все остальное. В общем, ребят, убедительная просьба. Если вы услышали или увидели в своем районе, что появился мотор, до этого, скажем так, невиданный, сообщите, пожалуйста. Пишите прямо мне в личку. А мы уже как-нибудь сами разберемся. Ну, или если вдруг человек, который этот мотор утащил, у нашего товарища видеть сейчас, либо кто-то знает уже об этом происшествии. Ребят, верните мотор. Мотор – это мечта каждого рыбака. Вот вы его просто-напросто, ну, кто-то из людей его просто-напросто лишил мечты. Оставил, так сказать, без рук. В общем, сообщите, верните этот мотор. Конфиденциальность гарантируется. То есть желания никакого нету у хозяина сажать никого, скажем так, в тюрьму, лишать свободы. Ну и вам не нужно лишать человека его мечты. Еще раз повторюсь, либо верните, либо как-нибудь сообщите мне, мы потом свяжемся. На этом все. Всем удачи, всем пока.